В Нижнем Новгороде прошла 17-я научно-практическая студенческая конференция на тему «Многоаспектный подход к анализу социума и роли государственной службы в нем». Обсудить актуальные вопросы в сфере государственного управления собрались более 150 студентов, магистрантов и аспирантов. Участие в конференции приняли представители Нижегородского института управления и других филиалов Президентской академии, Мининского университета, Нижегородской академии МВД России, Нижегородского филиала Национального исследовательского университета Высшей школы экономики и Поволжского филиала Российского государственного университета правосудия. На пленарном заседании, в частности, был представлен доклад на тему цветных революций на постсоветском пространстве, их причин и возможных геополитических последствий. Также ряд работ был посвящен социальным вопросам, формированию управленческих компетенций студентов вузов и состоянию инфраструктуры, поддержке стартапов в сфере IT в Нижегородской области.